Вольфсон. Отдает мяч на правый фланг. Прострел Бачко. Кутовой. И Зелянов разряжает обстановку. Передача в центр. У Краснодара будет прекрасный момент и гол. Вытекало это из логики начала матча. Классно сыграл Рустам Халназаров в этом эпизоде. Успеть поднять голову перед принятием и отдать в касание чуть ли не единственный выход. Хороший заброс на Лисаковича. Селяна забегает в штрафную. Виталий самостоятельно решил этот эпизод. Пробил с левой в ближний угол. На фоне Краснодара, где Вольфсон очень здорово молодых ребят между собой связывает. Агеев не выиграл борьбу. Титков, какой удар! И Адамов из-под перекладины, из девятки мяч достает. Прекрасный выстрел нашего 38-го номера в ближнюю 9. Здесь у нас все, кроме двух форвардов, были за линией мяча. И запорный. Удар подключившегося Якимова. Хорошо сыграл корпусом. Передача вертикальная. Лисакович цепляется. Иосифов предлагает себя. Сам пробил Лисакович. Хороший плотный удар. Клевал мяч. Здесь уже Шарков. Освоился. Макеева сразу сыграть вертикально. Правда, пока могла эта передача перехватываться там и не раз. Тем не менее, доходит мяч до Агеева. Подключение Титкова вводит с собой защитника. И слева в дальнюю 9. Бил наш нападающий. Смелое решение. Хорошая атака Краснодара. И передача Камболова на правый фланг. Не забил здесь вышедший Григорян. Кто именно сравнивает с Дехе в том, что касается умения играть ногами на ленточке. Ай-яй-яй-яй, перехвалили парня в первом эпизоде. Но как здорово среагировал и спас команду во втором. Или это успел помочь Пабло? Давайте смотреть повтор. Вот здесь он не поймал намертво. А дальше блистательная реакция. Предлагают те самые открывания Ольсену и Камболову. Нам в этом плане чуть тяжелее. Вот ошибка, и надо ее, конечно, использовать. Лисакович и Агеев и гол. 1-1. Сравниваем счет на 74-й минуте матча после подарка со стороны защитника Краснодара. Передача в центр поперек, и вообще там не было никого абсолютно. Камболов сейчас объясняет, как нужно было сыграть в этом эпизоде. Ну, а Иосифов хорошо, здорово мяч продвинул. До последнего на себя защитника выдавливая. Не знаю, на кого здесь Лисакович отдавал, обратно на Никиту или на Мишу Агеева, но так или иначе они оба были открыты. Все равно вот это вот промедление, это всегда чревато. Иосифов здорово сразу от двух соперников ушел. Я думал, что уже и от трех. В разрез на Лисаковича и не забивает Виталий от ворот. Классный Иосифов из глубины атаку разогнал. Здорово Лисакович открылся. Вот ребята действительно молодые, очень техничные. Большой объем у них и... Они здорово себя чувствуют. Как и сейчас. И здорово, Лисакович, и пробей, рикошет. И Адамов выставляет руку. Обидно, обидно за Лисаковича, что по-прежнему он без забитого мяча сегодня. Заслужил целиком и полностью.